Рано утром здесь было совершенно темно. А сейчас нереальное солнце, свежесть. И все очень ярко. В то же время очень холодно, минус 32. Вот, и интересно, что там на улице. И вот я здесь такой сижу, весь в серьезной одежде. Готовлюсь к важным встречам. Выглядит очень смешно. Давай. Нормально все. Как у вас? Не замерзли? Ну как тебе сказать? Обмороженные. Те, кто остались живых. Реально. Зомби. Привет. Добрый. Это Маша, Настя, Оля. Оля нам это директор по HR. Здесь узнаю уже, да. Наша команда. Своих уже узнаю, да. Привет. Всем привет. Сеня. Привет, привет. Привет, рад видеть. Видеоблогер завелся. Привет. 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 Наконец-то снова. Спасибо большое за подарки. Привет. Очень круто. Мы готовимся к выходу в открытый космос. Говорят, потеплело на 2 градуса, да? Вместо 32 стало 30. Не-не-не, я Рабочий день закончился сегодня, и сейчас будем отдыхать. На самом деле в номере не очень тепло.
хочется все время оставаться в одежде, потому что так себе температурка. Теплее не знаю, где сделать. Вот этот гриль, он самый классный в Новосибирске. Он очень простой, но очень вкусный. Они очень классно жарят мясо от души. Очень вкусно, на самом деле. А на улице нереально мороз. Жду такси, сейчас оно приедет уже. И просто очень тут морозно все-таки. Очень вкусно. Мастерфуд. Если будете, Державина, по-моему, 35Б или 36Б, что-то такое. Или семьи Шимшиных.